Добрый день, подписчики и гости канала. Конец лета. На Барабойке температура воздуха днем до плюс 35, температура воды до плюс 28. Средняя глубина 0,5 метра, много травы. Рассмотрим, как ловить окуня в таких условиях. Факторы рейтинга. Первый. Дальность и легкость заброса. Второй. Комфорт проведения приманки. Третий. Визуализация поклевки. Четвертый. Кайф от вываживания. Пятый. Эффективность и оригинальность приманки. На 10-м месте поплавок. Ассистент, внук Максим. Два крючка с червяком и опарышем. В основном он ловит бель, но иногда влетают окуня и судочки. На 9-м месте попла, попер. Заброс подальше, поводок до метра с мормышкой 0,3 грамма. Насадка опарыш Беркли или живой опарыш. Проводка. Пару рывков пауза. Много поклевок белой рыбы. На 8-м месте микроджиг, груз 1-2 грамма и силиконовая приманка до 2 дюймов. Неэффективен на заросшем мелководье. На 7-м месте отводной поводок, приманка твистер или виброхвост. Сплитшот дает больше поклевок, груз 1-2 грамма, но попадается в основном бель. На 6-м месте живец, эффектные поклевки и вываживания на удочку, лучше живец бычок, но его еще надо поймать. Сейчас еще, смотри, остался. Покажи, Макс. Вон, видишь, бычок. Это на бычка, Макс. Он сразу схватил. Ну я же тебе сказал, что сразу же будет, Юля. Круто. Сейчас, подожди, стоп. Кидай еще раз. Кидаю. Давай. И держи крепко. Давай. Кидай, вот я же тебе говорю, что он так... Сейчас. Сама закинешь? Отлично, все. Ловля статичная. Ассистент, дочь Юлия. Ловила первый раз таким способом. Море восторга от поклевок. На 5-м месте вращалка. Равномерная проводка блесны весом несколько грамм. О, на забросе взял. Да. И смотри, как ведет. В окунь. И хорошенький, смотри, такой. О. Пожалуйста. Чуть. Вот, все. Все, захлестывай, все, и тяни. Все. Юля, шикарный окунь. Ну все, молодец. А? Юля, ну это интереснее, чем те мелочь. Интереснее. На 4-м месте воблер крэнк. Заглубление до метра. 2-3 оборота и пауза. 1-2 секунды. Во время которой воблер, покачиваясь, всплывает. Хорошо летит. Лопатка с изломом немного спасает от зацепов. Но тройник все равно цепляет траву.
На третьем месте колебалка с одинарным крючком и весом 2 грамма. Отлично летит, хорошо проходит траву, стабильная игра на равномерной и рывковых проводках. На втором месте мормышка. Несмотря на недалекий заброс, ловля некрупного окуня на леску 0,09 мм и спиннинг весом 52 грамма становится настоящим приключением. Юля, смотри, как у меня спиннинг гнется, видишь? От каждой маленькой рыбки. Ёлки. О, смотри, окунь такой неплохой. Юля, видишь? Такого лучше уже брать под саком. Под саком доставать? А? Доставать под саком. Да, дай мне. О. Поклевки на нимфы собственного изготовления добавляют адреналина. Лекциончик работает. О, окунек, но с ним надо поработать. О. На первом месте нашего рейтинга поппер. Меняю проводку. 2 удара, пауза. Опа, удар, есть. О, есть. Чудесные полетные характеристики. Забросы прямо в траву. Проводка кистевыми рывками. 1-2 ударчика, пауза. Бульканье, брызги воды,
блуждающая проводка и атака окуня происходят у вас на глазах. Немного мешают перехлесты, которых нет у его собрата Проб Бейта. Его нужно вот так тащить. О! Его игра – рыскание зигзагами по поверхности воды. Пропеллер создает брызги и шум, который привлекает окуня. Этим поверхностным приманкам достаточно несколько сантиметров воды и наличия активного окуня. Закончилась рыбалка. Дочь и внук в восторге. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои отзывы и рейтинги. Всем ни хвоста, ни чешуи.